Всем большой привет, дорогие мои зрители! И как всегда, рада вас видеть снова на моем канале. Сегодня вместе с вами приготовим мороженое-торт. Торт получается очень вкусный, а главное, из простых продуктов готовится. Ну что ж, давайте приготовим! Итак, ребят, нам понадобятся сливки 33%, 500 граммов. Вливаем их в миску и будем взбивать до такой прям массы, чтобы прям аж она прям не выпадала из тарелки. Варим все хорошенько блендером. Так, ребят, сливки мы взбили. Теперь берем сгущенку и тоненькой струей вливаем сгущенку и взбиваем. Вот, например, немножечко влили в сгущенки. Прям целую баночку будем вливать, но понемногу. И взбиваем по чуть-чуть, прям всю полностью, пока не взбьем всю сгущенку. Все взбили. Теперь берем шоколад, у меня молочный шоколад. И теперь на крупную тертку или мелкую тертку, как хотите, натираем прям сюда, в эту массу. Здесь по весу идет 85 граммов. Предварительно, ребят, положите в морозилку, чтобы так хорошо заморозила шоколад. Массу нашу перемешиваем. Теперь нам понадобится вот такая вот вафля. Мы будем ее смазывать. Массу перемешали. Берем форму какую-то любую, которая у вас есть, чтобы выкладывать наш торт. Итак, у меня куски были очень длинными, я их разрезала так вот наполовину. Теперь выкладываем вафель. Вот у меня такая форма вот кругленькая, поэтому я их так срезала, чтобы они у меня сюда умещались, потому что нужно будет дать нашему торту настояться. Поэтому смазываем дальше вафлю нашу. Равномерно вот так вот. Можете под низ пергамент выложить. И хорошенько наносим наш крем. Также дальше следующий и следующий. Так вот, пока не смажем все кусочки нашей вафли. Начинку не жалеем, прям хорошенько смазываем. Для чего нужна форма? Для того, что когда мы смазываем, начинка немножечко стекает. Поэтому вот для этого и нужна прям именно выкладывать их форму, чтобы хорошенько вот это все стекало на низ. Тортик мы смазали. Теперь накрываем пленочкой и убираем в холодильник на 5 часов как минимум. Можно убрать на ночь. Вот прям готовите, на ночь поставили, с утра уже проснетесь, и все у вас уже будет готово. Это главное — накрыть пленкой и убрать в холодильник. Так, ребят, прошло 5 часов. Вот такой у нас получился торт мороженое. Можно даже оставить еще больше по времени. У меня он получился не сильно высокий, так как я немножко брала вот вафель, где-то штучек на 6, небольших. Прям небольшой такой вот. Сверху можно украсить, растопить шоколад и полить шоколадом, либо просто кушать вот так вот. Так, ребят, если понравился рецепт приготовления, обязательно приготовим. Поставим лайк, напишем комментарий. Я же с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, всем до новых вкусных рецептов.